подозрительность – это такая вещь, которая, в принципе, со мной редко происходит. Почему? Потому что я настолько боюсь своей расположенности, что я практически никому вообще не доверяю близко. И те люди, которые уже близки со мной, то я уже на 100% уверена, что даже если что-то такое произойдет или они что-то отчебучат, то я знаю, что это не со зла или не с какого-то желания мне навредить или что-то такое. Вот. Когда у меня, да, происходит, что я ошибаюсь в людях, именно не очень близких, это когда у меня происходит такой перенос на моих родителей. Я очень... У меня бывает такое, что я людей подозреваю в их несправедливости, в их равнодушии, в их жестокости. Ну вот у меня есть такое... Женщина, ну, действительно, она, например, в овощном магазине. И я, когда каждый раз прихожу, она начинает так сильно агрессировать и говорит, вот, не тратят здесь кульки, не берегут природу и все такое прочее. И я как начала на нее орать, там вообще, и все такое прочее. Ну, в принципе, человек просто там немножко с нервами не дружит, и все, могла там пройти, плюнуть и пойти дальше. Нет, я там так зацепилась. Вот. И как бы я подозревала ее, что она там прям меня лично хочет оскорбить, и все. Человек уже практически чужой. Вот, так что вот в этом.